Добрый день, уважаемые друзья! Канал «Коротко о важном» снова с вами. Сегодня у нас есть еще одно, так сказать, приятное событие. Продолжается, значит, сборка гнезд пчел на опытной пасеке в Липецкой области. И вот очередной небольшой репортажик оттуда. Как прекрасно себя чувствуют семьи, значит, которые не подвергались химической обработке от клещей. Вот, и, значит, и они сейчас прекрасно себя чувствуют. Вот, значит, у них достаточно меда для зимовки, и пчелы очень много, хорошего качества, вот, и никаких, практически нет клещей. Наш эксперимент проходил таким образом, что именно эти семьи мы, значит, в конце осени обработали отбепины, чтобы понять, насколько они сильно заклещены, в отличие от семей контрольных, которых на пасеке около 100 штук. Значит, как вы помните, мы говорили, что, значит, в этих семьях упало порядка полусотни клещей после первой обработки бипином, после второй обработки не упало ни одного клеща. И сейчас, через месяц, после обработки, точно так же на липких досках нет ни одного упавшего клеща. И вот такие прекрасные, так сказать, хорошие семьи вы сейчас можете увидеть. Они живут в нашем, значит, солнечном улье уже много лет. Уже самые старые семьи живут 3 года. И прекрасно себя чувствует. И мнение, так сказать, профессионального пчеловода, который он занимается с этими пчелами, совершенно положительное. Так что вы можете заказать у нас чертежи или купить сам улей, заказать, вот, приобрести его для своей пасеки. Сейчас это возможно. Возможно это сделать через Авито, возможно сделать на, так сказать, на нашем сайте, координаты которого в комментариях к каждому фильму вы можете найти.